Работодатели в поисках работников. В Караганде зарегистрировано 1400 безработных, в то время как предлагаемых вакансий на рынке труда более 2000. Очередная ярмарка вакансий прошла сегодня. Какие профессии востребованы и сколько людей обретут работу, выясняла Ирина Вобищевич. Всей души поздравляю вас с наступающим праздником Днем труда. И именно организовали мы сегодня День труда и ярмарку свободных и вакантных мест. Сегодня, в канун Дня труда, акиматом Караганды была проведена ярмарка свободных рабочих мест и вакантных должностей. Сотни людей пришли сюда в надежде найти работу. Это мероприятие у нас не разовое. У нас это мероприятие проходит согласно календарному плану. Ежеквартально проходят у нас такие ярмарки. Сегодня на ярмарке у нас заявлены 182 предприятия, которые предоставили свыше 2000 вакансий. На ярмарку пришли молодежь, инвалиды, воспитанники детских домов, люди старше 50 лет, лица, освобожденные с мест лишения свободы и находящиеся на условном сроке. С юго-восточного участка пришло двое человек. Они все взяли себе подходящие профессии. Нами была оказана социально-правовая помощь в том плане, что мы можем оказать им медицинскую помощь. Я как бы условно осужденный, ищу работу. И вот УИ нашего Пшагринского помогли сюда прийти. Буду работать, конечно. Я для чего сюда пришел? Около 200 предприятий города могут обеспечить всех желающих работы. Отдел занятости и социальных программ в рамках дорожной карты предлагает бесплатное переобучение и трудоустройство. Леониду Васильевичу 55 лет. По специальности он медик. Пришел, чтобы найти дополнительную работу. Здравствуйте. Добрый день. У меня будет в ближайшее время приглашение. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить за такое большое, хорошее мероприятие. Фариде 18 лет. Она в этом году закончила колледж Фемида и теперь подбирает подходящую специальность. Ну как, Фарида, нашла себе работу? Да, благодаря этой ярмарке нашла молодежную практику, работу. И сегодня взяла направление в ГУ канцелярии областного суда. И хотела поблагодарить за такое мероприятие. В ходе ярмарки свободных рабочих мест и вакантных должностей планируется трудоустроить 70% пришедших сюда людей. Ирина Вобищевич, Рустам Бараев, Равиль Валеев, 5 канал.